У моей елочки весна наступила зимой. Всем здравствуйте, меня зовут Елена, это YouTube-канал «Счастливая улитка». Моей елочке исполнилось 2 года 1 месяц, как она живет у меня дома. Я подробно показывала и снимала все действия, которые делала с елочкой. Пересаживала, поливала, утепляла. Видеоотчеты каждый месяц за первый год жизни елочки на моей лоджии. Ссылка на плейлист в описании под этим видео. Перед Новым годом, перед этим Новым годом, начались морозы. На лоджии было очень холодно. Несмотря на все утепления, горшок и земля замерзали и промерзали. Елочка стала выглядеть плохо. Решили занести домой. Поставили на подоконник, где прохладно, и под этим подоконником нет батареи. Должно было быть все хорошо, прохладно. Постепенно ее вид улучшился. Но она решила, что у нее весна. И выпустила зеленые веточки. Новые, свежие, красивые. Которые вы сейчас видите. Не думаю, что это хорошо. Наверное, придется вынести ее опять на лоджию, хотя по ночам достаточно холодно. Буду утеплять горшочек, так же, как и в первую зиму, когда она у нас жила на лоджии. Елочка сбилась с ритма и, кажется, спутала сезоны. Я не думаю, что это для нее хорошо. Ну вот, показываю вам хорошие, красивые, свежие, зеленые веточки с иголочками. Это все небольшое видео на сегодня, весь видеоотчет. Все события, которые произошли с елочкой. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.